В Никарагуа автобус въехал в реку. 9 погибших. Поиск пропавших пассажиров продолжается. В Никарагуа автобус по неизвестным причинам съехал по обочине в реку Рио-Сан-Хуан, в результате чего погибли не менее 9 человек. Инцидент произошел в южной части страны недалеко от границы с Коста-Рикой. Как сообщает местное издание La Prensa, 8 тел были обнаружены после того, как автобус вытащили из воды. Позже было обнаружено тело 9 погибшего. При этом неизвестно, сколько всего человек было в автобусе, поэтому поиск пропавших пассажиров продолжается. Как сообщал корреспондент Нет, накануне в Египте туристический автобус столкнулся с пикапом и упал с автострады. В результате ДТП погибли 14 человек, еще 42 получили травмы. По материалам сайта newsgra.com.